На юге Индии одну из школ посетил краснокнижный леопард. На кадрах с камер наблюдения видно, как дикая кошка прогуливается по коридорам учебного заведения. А выбравшись наружу, хищник обнаружил бассейн с прохладной водой и решил задержаться. Прибывшие на место ветеринары попытались усыпить зверя, однако с первого раза это не удалось. Леопард отчаянно защищался, 6 человек получили ранения. Поймать непрошенного гостя удалось лишь спустя несколько часов.